Смирнов направо делает передачу. Гутик скорость набрал. Вмещается в центр. Гутик. Хорошая пауза. Бросок и гол. 4-2. Даниил Гутик. Второе набранное очко в этом матче. И «Динамо» укрепляет свое преимущество, доводя его до двух шайб. За этим парнем надо будет следить в этом сезоне. Я думаю, не только нам, но и Алексею Кудашову, главному тренеру основной команды. Ну, какой бросок! Ну и Дидковский в каком же порядке расположился на границе вратарской площади.